Брат Салмана Абиди, устроившего теракт на концерте Арианы Гранде в Манчестере, замышлял убийство посла Великобритании в Ливии. Об этом сообщает британский таблоид Mail on Sunday. По его данным, живущий в Ливии Хашем Абиди был частью ячейки, состоявшей из 4 человек. Они-то и хотели дипломата Питера Миллета убить. Группу также подозревают в планировании убийства Мартина Коблера, который был посланником ООН в Ливии, ну а также премьер-министра страны Фазы Сараджа. Задержанный ливийскими спецслужбами Хашем дал признательные показания. В ночь с 22 на 23 мая, сразу после концерта американской певицы Арианы Гранде, в Манчестере террорист-смертник привел в действие взрывное устройство. В результате атаки погибли 22 человека и более 100 получили ранения.